Доброе здоровье. Сегодня был в гостях у Славика. Он, оказывается, преподает упражнение, там, методику на правиле. И сейчас вы познакомитесь, что это за правило, и увидите все своими глазами, как там с помощью ее можно править. Мы его сейчас опустим, и он начнет все заново. Да не надо, вы делаете он свое. Он выдохнет. Я так, немножечко так, так сказать, немножко. Крути, Слава. Поснимай. А ты подкурился на животик? Да. А, ну ладно. Таких малых пойдет. Я немножко. Конечно. Поснимаю. Конечно, ты ж делал уже. Тебе уже ставили. Немножечко. О, как ты проворачиваешься, даже маматы с собой захватывают. Все, отдохни. Помни основные упражнения, руки, ноги. Можем чуть меньше вес поставить вниз. Да, нормально. Качалочка, да? Это нормально все на ногах? Меня не будет? Давай, наверное, сейчас мы его переобуем. Не те босоножки одел. Ну что, я посижу тут с вами полчасика. Ну, что посчитаете нужным, скажете. Мы тут дольше, поэтому сколько надо, столько. Да. Ключ у нас свой. Поэтому заходим, когда пожелаем, выходим, как закончим. Я хотел для вас пояснить, что вес ставится небольшой, ну, любой вес, от беду. Чем выше я поднимаю, понятно, тем нагрузка больше. Вот тонну поставь, но если отрыв произошел небольшой, он внизу так и крутится, веса стоят на месте. А вот когда уже идут отрыв веса, вот здесь уже да. Ну и равняется тело за счет того, что нагрузка идет, и тело начинает центроваться относительно позвоночника. Все, кто занимался, придумали такие еще добавления. Здесь можно... Вот коромысло, так называемый, карусель. Ставится карусель. Показывает. А, ставится карусель, кому должен будем показать наглядно. И человек вращается. А нагрузка в основном идет по центру, на позвоночник. Цепочку сними, пожалуйста. Различные хваты есть. Вот сейчас он хваты надел, так называемый богатырский. То есть держит за счет кисти вес. Но когда устает, может отпустить кисть, и за счет страховки рука не уходит из манжета. Так, сейчас будет делать оздоровительный комплекс. То есть под нагрузкой прокручивать суставы.
ход богатырский. Хват, когда устанет, он отпустит и вот так останется. А так развивает предплечье. Потихоньку. Вес небольшой. С каждой тренировкой вес можно потихоньку увеличивать. Как укрепляется тело, вес добавляем. Все, готов, полетели. Человека оторвать от земли, надо вес на 25% больше, чем вес человека. Напряжение задержал на несколько секунд, отпустил его, расслабился. Когда он тянет, еще проворачивает немного. Коленкой достань мата с другой стороны. Тяни коленку, да, вот тянешь, тянешь. О, вот такие провороты. Тазобедренные, коленки, тяга. Калачиком свернись, отдохни. Вот расслабление. После каждого выполнения упражнения расслабление и калачиком. Как? О, вот так, да. О. На все, что осталось силы, выполняем. Дыхание при этом делается ровное, без задержек. Дышим ровно, спокойно. Как закончили, 10-15 секунд полежать под нагрузкой, успокоить тело, успокоить себя. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
После окончания сразу не встаю, минут 5 лежим, отдыхаем. Потом переворачиваемся на живот и то же самое на животе. Сейчас будем делать. Все, полетели. Давай, попробуешь на коленочки встать, помнишь? А, вес большой. Ну все, руки, ноги сгибай.
Идет восстановительная гимнастика для здоровья. Вес небольшой. Старается делать с максимальной амплитудой. Движение вставай, так я поставлю по руке. Сейчас рукам, ногам немножко легче будет, хотя и вес больше. В основном вся нагрузка пойдет на мышцу позвоночника. Thank you.
сейчас будет крутиться на карусели. При взлете. Вот, ящики оторвались. По 80 килограмм на каждую конечность. Общая это 320 килограмм. Сейчас. Вот боковые мышцы протягивает. Вниз. Все, опускаем. Полегче не вставать. Значит, карусель, вот это приспособление для карусели, позволяет еще поднимать человека вертикально вверх. Сегодня у нас тренирующийся высокий человек, а кто поменьше, карусель. Цепляется 4 крючка в одну точку, крутится, и человек поднимается. Тоже полезно для здоровья. На резинках будешь прыгать? Но уже не надо. Уже все хорошо. Все так все, да? Мы можем сейчас молодого пригласить, да, на резинках попрыгать. Можете свое впечатление пока сказать? Вот вы растягивались. Что вы, как бы сказать, вот чувствуете до растяжки, после растяжки? Сколько времени занимаетесь, какие впечатления? Я занимаюсь сколько? 3 недели. Что еще? Ну, спина болела, поясница, ты перестала болеть. Так.
пободрее. Еще что? То есть вас заставила обратиться поясница? Да? Нет, просто дети ходят сюда на тренировку, Сергей Иванович, со Славиком Фридерсом. Уболтал меня. Попробуй. Да, попробуй. А тут раз и поясница перестала болеть. Поясница после первого раза перестала болеть. Ну и отлично. Я вот так делал, общая нагрузка 650 килограмм, а сверху меня 200 килограмм. Я подумал, есть видео, небольшой отрывок этого эпизода. Сейчас приглашу парня, поставим ему резинку, покажет. Подпортивный. Да. Вконтакте есть группа «Правила» общероссийская. Люди не только с России, но и Беларусь, Казахстан, Украина. Вот. Значит, наши партнеры с Беларуси. Называется у них «Центр Маговей». Возглавляет Сергей Дубровский. Разработали такое принципы работы. Оттуда показываю. Думаю, будет видно. Да-да-да. Вот они выставили на общее обозрение, разрешили все распечатать. Значит, здесь три методики. Оздоровительная для восстановления, поддержания здоровья. Спортивная для улучшения своих спортивных результатов. И воинская. Все это основывается на разном весе, разной амплитудах движений, разной концентрации. Но и в оздоровлении, и в более высоком, я бы так сказал, воинском подготовке везде нужна концентрация для получения лучших результатов. Когда ты понимаешь, что делать, когда ты регулярно и постепенно это выполняешь, будут результаты. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.